тот тип кожи, который у вас, он не предполагает то, что часто много и высокие концентрации. Ни в коем случае. То есть очень-очень-очень иногда, редко и такие очень легкие, поверхностные. Потому что вашу кожу надо беречь. Это такой, знаете, вариант мелкоморщинистого морфотипа старения. Несмотря на то, что достаточное количество подкожной жировой клетчатки, вот уже один залом на лбу и один залом вот здесь. Он образовался, и он такой поверхностный. И этого не уберешь гиалуроновой кислотой стабилизированной. Так не прошьешь, не проштопаешь. Тут как раз надо мезобиоревитализация, то есть проводить комплекс мероприятий, которые на плотность кожи, чтобы кожа не теряла способность расправляться. Нидлинг хорошо будет, а пилинги очень-очень вот разок-другой и все. Ну, будем сидеть, ждать, что это. Что? Некоторые говорят, вот тут, когда не блеет, что третий глаз у меня. Вот тут глаз какой-то в стороне.